Ну давай. Покажи нам супер щуку. Сейчас я так по очереди погребу, что рука занята. Подсеки кого-нибудь там. Есть там кого подсекать-то? Некого. Тут и этого нет. Живца нет? Да. Вот же, блин. Ну ладно, хотя бы была поклевка. Привет, друзья! Приветствую вас на канале Валдайский синдром. Сегодня у нас закрытие сезона. Сезона 2021 по жидкой воде. Ну, по твердой воде мы, наверное, не пойдем, поэтому будем ждать до следующей весны. Сегодня 13 ноября. Это самая, пожалуй, поздняя рыбалка, которую мы осуществили за последние годы. Погода стоит хорошая. Ну, хорошая, во всяком случае, нет мороза. Очень-очень холодно. Поставили мы стационарные кружки, 10 штук. Поставили примерно 2 часа назад. Вот первую проверку увидели. Была одна поклевка, но, к сожалению, пустая живца сорвала. И больше ничего. Проездили вот тут кругами, продорожили, пробросали, ничего нет. И пошли мы на такой рискованный ход. Сняли, короче, грузы со всех наших кружков стационарных и запустили их по ветру. Потому что щука, скорее всего, стоит на месте. Ну, вода холодная, погода такая нестабильная. Щука стоит. В стационарах нет смысла, потому что, ну, вот одна поклевка за 2 часа на 10 кружков. Сняли и запустили их по ветру. Если вы этот фильм смотрите, значит, у нас что-то получилось. Если ничего не получилось, то, как бы, наверное, это последняя рыбалка, и встретимся мы уже на рыбалке только весной. Поэтому смотрите. Если смотрите, повторюсь, значит, все хорошо. Едем мы вслед за нашими кружками. 10 штук идут двумя рядами. Там вот по ветру залив. Надеемся мы их найти. Правда, несмотря на то, что скоро начнет темнеть. Поэтому шаг такой рискованный достаточно. Ну, что не сделаешь ради рыбы. Пробуем. Вот она, долгожданная поклевка. Все-таки мы смогли что-то сделать. Я надеюсь. Есть там что-нибудь? Как-то по твоим... Слушай, выкинь кружок в воду. Кружок в воду. Подожди. Давай я хлыст уберу. Ну, хотя бы увидеть щуку, ёшкин кот. Сколько мы потратили сегодня сил, энергии. Мерзли. О, щука. Давай. Рукой? Конечно. По-нашенски, по-бразильски. Только рукой. Крохотуля. Ради этой крохотули мы сегодня целый день. 13 ноября, повторюсь. Тут мерзли. Но зато хотя бы рыба. Хоть что-то. Рыба. Для закрытия сезона пойдет. Я, конечно, сказал, что мы зимой не пойдем, а я думаю, что что-нибудь придумаем мы скоро. Нормально. Она чуть больше, чем живец. Ну ничего, зато, блин, мы все-таки рыбу поймали. Ладно, поехали дальше смотреть. Может, там что еще есть. Ну что, ребята, я тоже решил сфоткаться со щучкой. Она, конечно, маленькая, но на нас не ругайтесь. Щука взяла на заглот, поэтому спасти ее было невозможно. Но мы, собственно, особо не старались, мы ее решили забрать. Владимир Александрович своих малолетних детей угостит свежей щукой. Последней щукой, пойманной на кружки в этом году. Все остальное теперь будет только в следующем. Поэтому, ребята, мы поехали. По дороге, конечно, подорожим. И если что-то будет, я еще включусь и покажу. А так пока. До следующих фильмов. До следующих встреч. Что-нибудь еще придумаем осенью, что-нибудь придумаем зимой. Ну а на такой рыбалке встретимся только уже весной. Как обычно на Валдае, как обычно на канале Валдайский синдром. Все, друзья, пока.